клубе «Активное долголетие» отметили первую годовщину. Поздравить работников и посетителей клуба приехали представители администрации и депутаты. Химчане преклонного возраста поделились своими впечатлениями от работы клуба с председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским. Положительно у нас отношение к долголетию. Всеми услугами пользуемся, на экскурсии ездим, на пароходе ездили все. Вот, поэтому все довольны. Пенсионеры отметили, что посещение клуба экономит им много времени, ведь в одном месте собраны все их увлечения. Здесь есть фитнес-зал, комнаты для игр в теннис и шахматы, медицинский кабинет. Также в клубе работают сотрудники многофункционального центра и единого информационно-расчетного центра. Регулярно для любителей вокала здесь проводят мастер-классы профессиональные музыканты. Проект был реализован по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и поддержан главой городского округа Дмитрием Владимировичем Волошиным. Клуб «Активного долголетия» в Химках очень востребован и пользуется большой популярностью у наших жителей старшего поколения. И они уже сюда идут, зная, что их встретит доброжелательный коллектив и окажет им помощь и содействие по любым вопросам. Активное долголетие объединило тысячи участников старшего поколения в Химках. Это, можно сказать, основной такой офис, но проект «Активное долголетие» работает на территории всего городского округа. На каждой территории, в каждом микрорайоне, во-первых, отправляются наши автобусные экскурсии каждого микрорайона, в каждых спортивных комплексах организованы физические какие-то занятия для старшего поколения. Мы плаваем в бассейне «Фоконоватор», то есть движение «Активное долголетие», оно действительно всеобъемлющее. По словам депутата Совета депутатов Ирины Спириной, в «Активном долголетии» появляются новые формы досуга для пенсионеров. Инициативы по улучшению клуба выдвигают его участники. Благодаря главе города Дмитрию Волошину эти инициативы воплощаются в жизнь. Вот сейчас начнется лето, и опять у нас пойдет доброфлот. Это как раз-таки инициатива именно жителей, которые сюда приходили в клуб, когда клуб открылся. И это их инициатива, которая воплощена была в жизнь. Вот и в Новый год жизни «Активного долголетия» у химкинских пенсионеров появится еще один вид активного отдыха. Клубу подарили сертификат на приобретение специализированных, удобных для людей преклонного возраста велосипедов. И первый велозаезд наметили уже на май. Ну а в качестве сладкого подарка гостям праздника подарили большой тематический торт. Цветая Русь, золотые купола!